Здравствуйте, Томская область и очень странная, непонятная ситуация с медициной, если конкретно с клиникой Санте. Клиника на много чем занимается, но одно из направлений это лечение больных онкобольных по обязательному медицинскому страхованию, по полису ОМС. И вот у этой клиники примерно с лета начинаются проблемы. Возбуждается уголовное дело, уже посадили, заключили в СИЗО, под стражу взяли э, директора и владельца этой клиники Екатерину Фельдзингер. И самое страшное, что что вот из-за этой ситуации прекрати, эта клиника прекратила принимать больных больных онкологии по ОМС. А вы знаете, допустим, что курс химиотерапии для онкологических больных стоит сейчас 500-600 тысяч, не каждый себе может позволить. А ОМС, то есть государство, она все это оплачивала. И тут одна из клиник, которая брала на себя какой-то объем, по лечению этих больных прекращает прием больных по ОМС. Вокруг клиники какая-то нездоровая ситуация. Владелец и, владелец и директор этой клиники Екатерина Фельдзингер сейчас находится в СИЗО. И это первая странная ситуация в этом деле. Потому что ее обвиняют по статье 159, 238. Предприниматель, которого по 159 статье обвиняют, 4, при определенных обстоятельствах, которые здесь есть, не могут посадить в СИЗО. Но однако ж тут прямое нарушение статьи 108 УПК. И понимаете, такая ситуация, она не берется с ничего. Она не берется просто так с потолка, потому что следователю или судье так захотелось. Захотелось, по всей видимости, кому-то другому. Говорят, что это дело курирует сам прокурор Томской области Семенов, Александр Николаевич. 159 статья. Мошенничество. Во-первых, это резиновая статья. Это любимая статья, когда нужно кого-то посадить, кого-то закрыть. Это прям вот ее самую первую. В нее можно впихнуть невпихуемое и сунуть несуваемое. А как практика это показывает, что когда по этой статье человека сажают, сажают для того, чтобы он просто вот под рукой был всегда. Чтобы он был более сговорчив. Потому что ну, когда человек дома, все-таки дома. А когда он в СИЗО, он всегда вроде как бы вот совсем другие условия. В общем, тут вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, какие у нас условия в СИЗО. Вы понимаете, вот во всей этой возне тут ситуация самая такая сложная, самая страшная, я бы даже сказал, да, с этими полюсами, с ОМС и с больными онкологией. Врисовывается такая ситуация, что если какая-то клиника, особенно частная, работает по ОМС, то или глава врача, или директора, в общем, ответственное лицо, можно, если захотите, если кто-то захочет привлечь к уголовной ответственности. А дальше уже все по плану. СИЗО, давление. Вот мы попытаемся разобраться, что же за этим стоит-то. Потому что это рейдерский захват или это что-то другое. За всей этой возней, за всем этим происходящим самое страшное, что страдают больные, больные онкологии. Их сейчас не принимают. У них каждый день на счету. И вот в результате кто-то зарабатывает деньги, кто-то решает там свои проблемы, а люди за это Будут расплачиваться своим здоровьем, ну а в результате своими жизнями. В ближайшее время выйдет фильм, где мы расскажем про ситуацию в медицине в Томской области. Может быть, эту даже ситуацию можно экстраполировать на всю Россию, что происходит и вообще, какие перспективы и кто за этим стоит и что вообще делать-то в такой ситуации? До свидания.